Каждые выходные в Пушкино проходят матчи открытого первенства городского округа «Пушкинский» по мини-футболу среди взрослых команд. Играют на паркете ФСК «Пушкино». В эти выходные главным матчем тура стала встреча двух сильнейших команд лиги – это «Инвестстрой» и «Динамо Ойл». В составе каждого футбольного клуба опытные игроки. Они выступали не только за свой округ и Московскую область, но и за сборную страны. Команды показали яркую игру с интересными моментами. А главное, такого финала не ожидал никто. Хотелось поздравить самое главное всех болельщиков с такой прекрасной игрой, как какой сегодня была. Много мастеров было на паркете. Но, к сожалению, впервые, надо признать, мы проиграли. Причем, я считаю, что проиграли по делу. Соперников поздравляю с хорошей игрой. Ну, я считаю, что борьба за чемпионство еще не проиграна. Другим играм мы, надеюсь, подойдем в лучшей форме, с лучшим настроем. Победу со счетом 6-2 одержал футбольный клуб «Инвестстрой». В воскресенье ФСК прошли 8 матчей. Это суперлига и высшая лига. Напомним, в нашем округе более 30 действующих футбольных клубов. Пушкинская футбольная лига также проводит турниры среди детских команд и ветеранов футбола. Президент ПФЛ Андрей Макаров поделился с нами ближайшими планами. В округе собираются провести интересный турнир. К 8 марта мы готовим женский турнир. Девушки изъявили желание у нас тоже поиграть в футбол. И со всех уголков тоже отписались. Вышел репортаж, кстати, на пушкинском телевидении, как девушки днем работают, а вечером играют в футбол. И сразу посыпались предложения: давайте нам организовывайте турнир. Мы откликнулись, и вот 4 марта тоже приглашаем. Скорее всего, во Дворце спорта будет проходить. Евгения Коломейц, Владимир Овсянников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.